Белгородке, убившей своего новорожденного сына, присудили 2 года колонии поселения. Напомним, жуткая история произошла в октябре 2019 года. Труп ребенка возле мусорного бака на улице Садовой в Белгороде обнаружил дворник. Следствие и суд установили, что 33-летняя женщина дома родила доношенного жизнеспособного мальчика. Убить младенца, по ее собственным словам, решила из-за тяжелого материального положения, так как в семье уже есть 2 детей. Тело малыша женщина спрятала в пакете на балконе. Через 2 дня она пошла забирать детей из садика и выбросила пакет около мусорного бака. Отбывать наказание преступница будет в колонии-поселении, но после того, как ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Приговор вступил в законную силу.